Малыши в детском саду поселка Горные Ключи радостно собираются на прогулку. Циклон обошел стороной Кировский район и есть возможность подышать свежим воздухом. Сегодня детям комфортно и на улице, и внутри. В группах установили новые окна. Еще в январе, во время рабочего визита на территорию, Андрей Тарасенко обратил внимание на бедственное положение здания, которому 43 года. И за это время ни разу муниципалитет не выделял деньги на капитальный ремонт. Андрей Тарасенко нашел инвестора, компанию «Терней Лесстрой», и поручил им помочь детскому саду, заменить окна в группах. С наступлением тепла работа в саду закипела. Как выполнен ремонт, приехала посмотреть супруга главы региона, представитель оргкомитета проекта «Дети Приморья» Светлана Тарасенко. Андрей Владимирович попросил посмотреть, как провели ремонтные работы. Отлично, да, отлично. Все выполнили, что было запланировано, все выполнили. Для Светланы Тарасенко провели экскурсию по детскому саду. Сегодня сюда ходит 141 ребенок, работает 7 групп. Педагоги не только реализуют образовательные программы, но и делают все для того, чтобы здесь было светло и тепло. По поручению главы региона провели ремонт отопительной системы. Сами сделали дополнительные перила на лестницах, украсили стены в группах. Светлана Тарасенко пообщалась и с детьми, и с педагогами, поблагодарив их за уютную атмосферу. Я была в детских садиках во многих, но вот именно таких позитивных, да, чтобы стены такие были, то какие-то кружочки, то полоски, то различные краски такие, очень-очень красивые. Молодцы. Показали и то, чем кормят детей. В пищевом блоке работают настоящие профессионалы. Стаж у поваров более 20 лет. Светлане Тарасенко рассказали, что во время визита в детский сад главы региона он досконально выяснил, на каком оборудовании работают на кухне. Литровская воронка какого года? 76-го. Жарочный шкаф какого года? 77-го. То есть он все, он все оборудование назвал своим именем и спросил дату начала эксплуатации. 76-го, 77-го года, как открылся детский сад, стоит наше оборудование. Заведующая детским садом Евгения Круглик рассказала, что с момента открытия здесь стоит не только оборудование, но и не делали капитальный ремонт. Это задача местной власти. Детский сад на балансе муниципалитета. Но руководители Кировского района Игоря Ватякова в дошкольном образовательном учреждении видели только во время приезда сюда Андрея Тарасенко. Не откладывая решение проблемы, Светлана Тарасенко на месте договорилась с руководителем компании-инвестора о продолжении дополнительной частичной замены окон в помещениях, где дети проводят большую часть времени. Также «Терней Лесстрой» рассмотрит возможность ремонта крыши. Я рада, что мы сегодня пришли. Мы очень рады, что вы нас посетили. Да, что вот Леонид Николаевич сказал. Да. Продолжаем ремонт слово, садика. Да. Такая совместная работа краевой власти, общественности и бизнеса должна стать примером именно для районных администраций. С помощью инвесторов сегодня можно решать и вопросы развития социальной инфраструктуры, и ремонта муниципальных дорог. Данил Макарычев, Руслан Мартынычев и Дмитрий Юхта. Панорама.